Птица тройка. Давным-давно стала она символом бегущего времени. Конечно, у 20 века есть немало символов новых. Но насколько дорога нам птица тройка на улицах нашего юного Атомограда? Мы ровесники Атомограда. Вместе с нами наш город растет. Станем взрослые, будем рады вместе с ним и шагать вперед. Подрасти нам быстрее нужно, чтобы работать в родном краю, чтобы в отцовские влиться бригады. Такую прытью. Один человек, проходя мимо группы строителей, спросил одного из них, что ты делаешь? В ответ тот буркнул: кирпичи таскаю, не видишь, что ли? Такой же вопрос задал другому строителю. В ответ тот тоже сказал: глину мешу. А когда этот же вопрос задал третьему строителю, тот, выпрямившись, улыбаясь, сказал: я строю людям дом. Эту притчу я вспомнил именно сейчас потому, что в строй электростанции нашей огромной страны вступила еще одна, наша, атомная. Строители мысленно находились в этот момент у главного пульта. Произвести синхронизацию генератора. Синхронизируй генератор. Пошел первый ток. Работает нормально. Температура по генератору без отклонений. А как шли мы к этому дню? Thank you.
сбывается наша мечта, нельзя не задуматься над смыслом слова «счастье». В чем оно? В свершениях? Да. Но только ли? Именно в такие минуты и понимаешь, что сам путь к цели тоже был счастьем. Им выпала особая честь. Первопроходцы. С них начиналась стройка. А главное, с них начинался наш коллектив. В этом, прежде всего, ответственность первопроходцев. Меня вот эта земля, она радует. У меня сердце бьется. Знаете почему? Потому что я как раз здесь, эту землю, только не как раз здесь станция, а вот за Припяти, за рекой, как раз я и шел с фронтом. Освобождал вот эту местность. Поэтому, когда мне сказали, что вы едете на эту станцию, я не мог, я рвался сюда. Почему? Потому что увидеть свои, как бы сказать, боевые места, где проходил я, вот, посмотреть на это все, вот, и построить на этом месте такую станцию, чтобы она, так сказать, дала память поколению, что да, это построено в честь наших так освободителей. Есть товарищи, которые побывали на одной из строек. Посмотрел, что-то не понравилось, и уезжает, едут на ту стройку, на которой, может быть, другие условия лучше или как-то по-иному выглядит. Вот. Так я считаю, что это не так важно иметь на своем счету очень много строек, а важно иметь свою, одну, единственную, которая именно войдет в душу, в сердце твое. Но иногда бывает какой-то прилив таких чувств, что, кажется, и писал бы ты, и поэзию, и все что угодно. Смотришь на людей, с каким они настроением идут, бодрые, такие уверенные, в сегодняшнем, в завтрашнем дне. Идет же он с какой-то нацеленной такой мыслью, что вот я сегодня выполню то-то. Ну, так как-то революционно настроенные. Если бы еще одну такую где-нибудь атомную где-то строили, не надо поехать. С удовольствием. С удовольствием. Большущим удовольствием, честное слово. И, значит, только так, чтобы... Все вместе как-то. Мне кажется, что если поехать одному, значит, ну как птица без крыльев. А вот если мне с этими людьми, с этими моими товарищами, я рад бы был с ними поехать. Честное слово. Ну хорошо, Иван Иванович, я с вами согласен, да? Ну если, например, начали, да, строить, ну не кончили, да поехали. А тебе мое такое мнение, что надо уже, если мы начали ее, добить ее, кажут, до пухи, а потом ехать ну устроить, да? По ним у нас сверяют свой рабочий талант, свою человеческую Красный воздух, вот этот сосновый лес. Здесь построили атомную станцию. Воздух не стал хуже. Вот рыба по-прежнему клюет великолепно. Грибов в лесу море, ягод тоже. Здесь живешь в постоянном общении с природой. Пошел. Сковородка насобирал. Сковородочка насобирал. Хорошо поел. В магазин уже зайти. И мы, например, я лично уверен, что... Атомная станция не испортит этих природных условий. Это, собственно говоря, не просто уверенно. Кем мы живем, как говорится, это все в наших интересах. Мы работаем для себя, здесь живут наши дети.
произошел, он вызывает чувство удовлетворенности. И вот вспоминаешь все моменты, все сложности, которые возникали при строительстве, и не находишь меры измерению таланта и возможности нашего рабочего коллектива, который в любой ситуации находит интерес в сложности, и нет никакого сомнения, что преодолеет любые трудности. То, что сказал о нашем коллективе начальник строительства Василий Трофимович Кизима, чувствует каждый из нас. Мы одна семья, атомоградцы. Мы отчетливо видим цель и гордимся, что это дано свершить нам. Те же чувства испытывает и Дима Бобрицкий. Ты сейчас смотришь на эту махину, которую мы одорохали. И, честное слово, вырастаешь в собственных глазах. Ведь все это мы сделали вот этими, рабочими руками. Мне очень повезло на стройке и, следовательно, в жизни. Я работал в бригаде, которая завоевала право укладки первого куба бетона в основании будущего первого реактора. Вскоре стал зеневым, потом бригадиром. И вообще, самое главное, что случилось в нашей жизни, мне кажется, это то, что сложился сильный коллектив. Настоящий коллектив настоящих атомоградцев. Разве могли не приехать к нам, чтобы разделить нашу радость? Ребята с Курской атомной. Соревнуемся давно, но стали настоящими друзьями. У нас так много общего. Похожи наши судьбы, наши будни, наши праздники. И воспитаны мы на одних примерах. Привели нас на наши стройки комсомольские путевки. Комсомольская. Ударная. Понятие «стройка» наполняется здесь иным, гораздо более широким смыслом. Мы прежде всего строим себя. Школа мужества, школа закалки молодежи. Вечный покой сердце вряд ли обрадуешь. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только мы помним первую ударную стройку. Так назвал Владимир Ильич Волховстрой. А сколько их было потом комсомольских ударных? Цепная реакция ударного строительства продолжается.
строителем 21 века. Мы, строители 70-х годов 20 века, люди разных возрастов и специальностей, приехали со всех концов нашей необъятной страны, чтобы возвести крупнейшую на планете атомную станцию. Чтобы мирный атом нес тепло, свет, мир и счастье на Земле. Примите же вы, люди будущего, нашу эстафету и несите ее по жизни. Будьте достойны своих отцов и дедов, матерей и сестер, всех тех, кто отдает свой труд, разум и умение для будущего человечества.